Как его угораздило? Говорят, повесился. Повесился. Ага. В уборной. Не кинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы? Брось репарс. Хороший бы парень общественный. Перед смертью за 8 месяцев комсомол уплатил хороший парень. Я просто не понимаю, что он этим хотел сказать. Ну, вообще это в его духе цветочки, ландыши, сантинен, Достоевщина. В общем, я бы лично в принципе так не поступил. Что вы спорите? Хорошо, плохо, как мухи в банке. Я так считаю. Самоубийство просто плагиат. Ничего оригинального. Вот, мол, мы какие. Что нам смерть? Раз-два и повесился. На том и писатель.